4 декабря главная волейбольная дружина региона «Амичка» в пятом туре чемпионата России принимала череповецкую «Сиверсталь». Соперники встречались не так давно. На этой же площадке в рамках турнира на призы правительства Омской области наши девушки были сильнее 3-1. Отчетную же встречу можно назвать настоящим боем. В ходе первой партии, правда, не было ни намека на сложный и тем более пятисетовый поединок. «Амички» без особых проблем находили пространство на задней линии площадки соперника. Уверенно действовали в защите и завершили первую партию с преимуществом в 10 очков. Во втором сете череповецкие волейболистки уже не позволили сопернику уйти в отрыв со старта. И, используя невынужденные ошибки хозяек, сумели сравнять счет по партии. В третьем сете роль догоняющих опять исполняла «Сиверсталь». В начале партии «Амичка» обеспечила себе комфортный очковый задел и сумела удержать преимущество. Вопрос о победителе мог решиться в четвертом отрезке встречи, но на этот раз гостям удалось навязать борьбу. В составе череповецкого клуба разыгралась Наталья Куликова. Результативно атаковала Юлия Подскальная. Ее блок и 4 подряд атаки вперемешку с 2 тайм-аутами хозяек принесли «Сиверстали» первое выездное очко в чемпионате. На тайбрейке блистала капитан «Амички» Елена Юрьева. На ее подаче наши волейболистки заработали 7 очков в одной расстановке, после чего результат партии и всей встречи был предрешен. Хозяйки выиграли 15-7 и 3-2 в матче. Я считаю, что сегодня в защите очень хорошо сыграли. Но то, что все-таки такой счет, это не очень хорошо для нас. Потеряли очко, нужно было сыграть получше. Чем сегодня соперник удивил? Чего не ожидали? Ну, они тоже довольно неплохо играли в защиту, там просто клавые мячи доставали, да, обидно было, бьешь, а они достают. Они сегодня действительно играли очень хорошо, нельзя играть плохо и сыграть 5 партий. Я действительно от души поздравляю за хорошую игру, да и за заработанное очко. Вот. А к своим еще раз повторяю девочкам, я и на предыдущий раз говорил, они и сегодня не заслужили никакого упрека. Но, к сожалению, еще могу сказать только одно, что нехватка времени не позволяет все равно наш использовать потенциал в той мере, который в нас заложен.